Привет, это второй выпуск видеодневника «С востока на запад». Мы в чудовом месте Ивано-Франковск. Мы вышли в город, погуляли. Сегодня погодка лучше во второй половине дня. Под хорошим большим впечатлением. Нам здесь очень нравится. Воздух очень свежий, чистый, приятно дышать. Не болит голова, в отличие от заводского воздуха Мариуполя. Здесь этот воздух не дает таких проблем. Просто действительно здорово. Эксперимент с русским языком в магазине прошел абсолютно безболезненно для меня. И, в принципе, без проблем мне дали то, что я просил. Правда, первый раз, когда я сказал «морковь», мне перепитал, сказал «препрошу». Я же сказал «морку», мне дали. Второй раз я попросил в другом строительном магазине машинное масло. Не помню, вроде тоже пришлось повторить, но, в принципе, никаких проблем с тем, что я пользовался русским языком, не было. И здесь местные люди тоже пользуются иногда иностранным русским языком, но в основном, конечно, все говорят по-украински. Сегодня мы продолжили кататься на прекрасном местном транспорте. Он есть, конечно, старенький, а действительно прекрасный, новый такой красивый троллейбус. Очень интересно, что двери открываются только по требованию. Если он подъехал на остановку, он может открыть двери, потом стоять закрытыми. Если вы хотите зайти, нужно нажать на кнопочку. И пока не нажмете, там не надо махать водителю, включать, включать, да. И чтобы выйти, то же самое, надо нажать на кнопочку. Очень интересно. Еще в этом новом троллейбусе был Wi-Fi. Конечно, это плюс. Вот. В целом тут красивые пейзажи, вот красивый очень парк, в котором мы сейчас находимся. Озеро, как видите. Архитектура, я еще в видео постараюсь выложить фотографии в одном из видео, которые здесь нащелкал. В общем, интересно, нам здесь нравится. Люди здесь, похоже, действительно более доброжелательные, приветливые. В общем, если спросишь, как проехать, помогают, бывает и вдвоем, и втроем подключаются, рассказывают. В общем, пока что все. Пока-пока.